Ну, а сейчас настало время приготовить мусс на молочном шоколаде. Можно сделать на горьком и на белом. Так как у нас шифоновый бисквит, поэтому мусс на молочном шоколаде будет очень даже кстати. Пропорции, все, что я беру, напишу под видео. Для начала сахар с молоком нагреваем в микроволновке до растворения сахара. Шоколад можно порезать, поломать или потереть на терке и добавить в наше молоко горячее. Желатин заранее у нас набух, и мы его также растворяем в микроволновке, но не перегреваем. Растопленный желатин добавляем в нашу шоколадную массу, которая еще немного теплая. Даем этой шоколадной массе остыть хотя бы до 32 градусов, чтобы при добавлении в наш крем он не растопил наши сливки. Вот такой крем получается. Все, выливаем не слишком горячее, смотрите, что было. И перемешиваем венчиком до однородности. Очень нежный, шелковистый мусс получается. Так как я делаю самый обычный торт, не муссовый, я дно формы ничем не застилаю. Просто ложу сначала бисквит, потом наливаю мусс и собираю наш торт. Если вы хотите сделать из этого торта муссовый торт, хотя этот тоже можно заморозить, то тогда вы дно застилаете у формы пленкой и сначала наливаете мусс, а потом ложите бисквит. Это такие небольшие секреты и тонкости сборки торта. Последняя пышка у нас отправляется на торт, и наш тортик собран. Очень быстро можно сделать очень вкусный нежный торт. Теперь мы отправим его в холодильник, для того чтобы он немножечко застыл, желатин подействовал и он стабилизировался. Чтобы верх нашего бисквита не заветрился, мы сверху накроем пищевой пленкой. Режем торт. Сюда так. Он еще немножечко замерз. Ну, не совсем, но еще есть. Так. Нож классный. Можно ножом. Это же вам не бубльгум. Ну все. Праздник удался. Да. Так как у меня не было много времени на декор, я решила просто полить зеркальной глазурью, которая также очень быстро делается, в отличие от других вариантов, которые нужно ждать 8-10 часов для созревания. Тоже рецепт выложу на канале скоро. И посмотрите, как он эффектно смотрится даже на обычном торте. Торта осталось уже немного. Я забыла, что надо сказать, насколько это вкусно или невкусно. Поверни, чтобы зрители видели. Вот остался кусочек. Вот так вот погибают фигуры. Шифоновый бисквит реально вкусный. Но с полным ртом говорить неудобно. Неудобно. Совершенно. Короче, заказывайте шифоновый бисквит и сами пробуйте. Не, делайте сами.